Взялись за девчонок и за тачки, а я уж подошел свою барсетную заначку. Доказываю водки литр, быстро распиваем, остальное плохо помню, да хули все бывает. Проснулся с перебэхом незнакомой постели, зеваю, улыбаюсь, пизда погудит. В моей постели лежит напуганный подросток. Судя по его глазам, ему сейчас непросто. Жизнь его переменилась за ночь. По всем раскладам он теперь пидор, анальный задрач. Я улыбаюсь, ладони его глажу. Знаю, что у пацана не было рассвета. Гаже нежно ласкаю плоть молодую. Чувствую себя прямо Вергилием в аду. Я люблю мужиков, они такие классные. Ни одного похожего, такие разные. Люблю натуралов, неприступные, гордые. Да и нашего брата Гома можно найти в городе. Люблю дембелей, они такие сильные. Обеспеченных детей, как правило, беру насильно. Я люблю свистков, они такие гибкие, поджары. И нищих стариков, да, и этих тоже жарил. Я студентов люблю, кровь свежая. Интеллигентов всех мастей люблю за то, что кожа нежная. Мускулистых самцов из дэнс-трипа, которые в жизни дрожат даже от дверного скрипа. Думаешь, так уж важно анальное проникновение? Дружище, я на этот счет совсем другого мнения. Если первый раз у парня сопровождался болью, как же это может называться любовью? Нам не нужен негативный аспект унижения. Мы все-таки ратуем за астральное сближение. Можно же предаться оральным ласкам. Главное, чтоб фаллос не был бабами за тасом. Мужчине все так лаконично, просто. Тело как бы продолжение амурного отростка. Если ты веришь в мужскую дружбу, то личность все же познавать начать с конца нужно. Но вернемся к пацану, что лежит со мной рядом. Я как-то особенно тепло отношусь к этим ребятам. Кепка, барсетка, понятия увеличат твой шанс попасть в мои объятия. Он хмурясь стоял в игровых автоматах, прям роза в букете алкогольных ароматов. Я сразу понял, этот паренек пойдет со мной. Нужно дать шанс бою стать самим собою. Вот вам настоящая гачимучи. Ребята, я ничего не боюсь. Вы же понимаете, что я ничего не боюсь? Я на Ютубе, друзья. Я непобедим. Под моей постели с тобой. Фух, круто. Круто потусили. Что тут у нас еще заказано?